Самый вкусный обед на полевом стане. Природа, свежий воздух, а главное, соответствует напряженному механизаторскому труду. Порции обильные, наваристые, много мяса. Кроме первого и второго, салат и компот или чай с булочкой на десерт. И все сытно, вкусно, качественно, потому как повара в столовой дело свое знают. Вот люблю готовить. Как бы другой профессии, ну, можно было бы, но как-то вот ближе к кухне мне роднее как-то. Коллектив столовой 6 человек. Напряженность работы по сезону. Если в зимнее время в столовой питается в среднем 70 человек, в том числе приезжих, которые трудятся в хозяйстве, то в пору полевых компаний готовить нужно на 120 человек и больше. Еще ужины у нас. Это уже мы очень поздно, до 8 часов работаем каждый день. Тяжело, но зато в тепле хорошо. Уборка идет практически до позднего вечера, до 9, до 10 вечера. Поэтому после 5 у нас еще машины привозят под вечерки, так называемые, ужины делают. Ну, плюс объекты, которые круглые сутки работают, это зерносушилки, зернотака. Мы тоже там людей кормим второй раз. Вот в такой период. Стоимость обеда для механизаторов в поле и вообще для любого, кто трудится в хозяйстве, независимо от характера занятости, 3 рубля. Оставшаяся сумма – дотация хозяйства для иных желающих по себестоимости от 6 до 10 рублей. Наверное, объект не столько для пользы, а такой более социально значимый, поэтому денег тут мы на нем не зарабатываем. И здание несет функцию такую, что… Ну, здоровое питание – это здоровье наших людей, поэтому оно несет пользу прежде всего вот эту, что людей мы покормим на любом рабочем месте. Из чего готовят в столовой? Хозяйство сотрудничает с Брестским мясокомбинатом и открытым акционерным обществом «Беловежский», а также с областной базой «Бакалея». Говядина и рыба – свои. Кстати, размещена столовая в красивом, как внешне, так и внутри здании. Раньше в нем также была столовая, но не такая уютная и работала только по сезону. В планах комфортность улучшить, дизайнерски доработать потолок, добавить посадочные места и продолжать всех радовать вкусными обедами. И особенно людей, которые трудятся на земле. Всем приятного аппетита! Прасковья Якименко, Василий Полховский, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».